Окей. У нас может быть только два оружия, как я понимаю, да? Это или этот классный пистолет. Ну, дробовик я менять не хочу. Может, вместо пистолета взять карабин? Сколько интересно. Оу, блин. Даже не знаю. Карабинчик. Давайте посмотрим, сколько у нас тут. 5 дейзи. О, отмычки. Одна всего Lady лишь. Comstock, she even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. God made foolish girls so he could have something to play with. Блин, да. Отмычки теперь собирать еще придется. Это интересно. Ну, здорово, что нам не приходится самим открывать эти замки. Наша Элизабет за нас это делает хорошо. Это странно, немного бегает местами. Ты тоже чувствуешь, да, что это хорошим ничем не закончится? Kate, shut up tight. Now how are we gonna get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Ну, и рукой хочешь открыть ворота? You hold on to this. Денег еще где-то нашла. Ого, у меня уже штука бабла насобиралась. И еще две отмычки. Кстати, если мы найдем сейчас еще две, было бы очень-очень хорошо, мы бы открыли бы. Открыли бы себе этот сейф. Посмотрели, что в сейф, потому что прошлый сейф мы пропустили. Слово пророка представляет. Зомби. Великолепно. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что мы можем купить здесь. Удлинитель обоймы. Отлично. Все отлично, только... у меня нет ни того, ни этого оружия, по большому счету, да. Вот на дробашек я бы что-то купил, я уж очень люблю дробовики. Так, ну и что? Что тут? Что тут? Больше ничего нету, да, идем, открываем. И да, попробуем поднять, ничего себе, с порезанной рукой такие ворота. Это... О, даже поднял. Шок жокей. Окей. Я, блин, точно тут Шварценеггер. Ну, давайте вдохнем. Восстановит нам наши соли. Как она смешно так бегает иногда. Оп-оп-оп. Вот он наш. Да. Дави меня, Букер. А ничего, что я, да, с автоматом тут так бегаю. Так, сейчас. Надо отмычек найти. Мы вернуться туда еще сможем, на самом-то деле, без особых проблем. Вроде бы. Стоп. Ворота закрыли. Слово пророка представляет. Вот это летающая штуковина. Не бойтесь, добрые граждане Колумбии. Что это там? Это самолет? Это птица? Нет, это Супермен. Ребята, это ограбление. Все обстоят. Всем по барабану, да? Что это ограбление? Ничего. Хожу. Обокрасть касса. Не, ну я красть не буду, не, если тут нехорошо. Так, ну хорошо, я не буду тут. Добрые граждане, добрые. Мы с ними ничего делать не будем. Давайте поищем
Получше отмычку. В кассе, я не думаю, будет отмычка. Купить хот... Можно купить хот-дог. Зачем мне хот-дог? Так, лучше бы мне отмычку продали. Дружок, ты отмычки не продаешь? Ничего, я с автоматом хожу, да? Я с дробашиком, вообще здорово. Понятно, игрушки. А, блин, где бы мне отмычечку взять? Отмычечку. Вот хот-дог, и покупать не надо. Можно всегда съесть чей-то вкусный хот-дог. Так, нам куда? Нам куда-то туда. Ну, блин, дайте мне отмычку. Давайте сходим, спустимся на... Не могу. I'm a independent contractor. Used to work for the Pinkertons and such. That's something you'd want gracing a resume. Блин, все равно сюда, да? Aren't they the ones they'd call in to settle things when the workers start to striking? Settle. Well, that's a word for it. Еще один автомат. Может он мне отмычки продаст на самом-то деле. А? Аптечный набор, соли, боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы. Лучше бы ты эти отмычки продавал. О, вот, отлично, спасибо. Мне еще одно надо, да? Блин. Ладно, тогда мы еще поищем. А, может... Да, давай. Бабосики, спасибо. Плюс к ловушке, плюс к поцелую. Поцелуй. Так, трупы убитых воронами превращаются в вороньи ловушки. Интересно. Добавляют небольшие грозди, увеличивая тем самым дальность и силу поражения. Довольно интересно. Давайте сейчас мы сделаем вот так вот, как мне советуют ребятки, да? Бум! И цена не поменялась. А, он мне просто денег дал. И все. Он мне просто дал денег. А дешевле цена не стала, к сожалению. Ну, блин, ладно, деньги. Деньги. В принципе, деньги нам тоже не помешали, тем более, что у нас здесь вот еще банка с солями была. Окей. Подруга. Бледная подруга. Так, ну. Больше вроде бы ничего не остается, кроме как идти дальше туда, куда нам может быть еще разве что здесь мы найдем где-нибудь лежащую отмычку, вот там светится что-то. Сейчас мы туда заглянем. Но увы, это Розалинда здесь лежит, а не отмычка, которая мне бы очень пригодилась сейчас. Я помню. Умник и дурик. О, оружейный магазин, небось. Игрушечно-оружейный такой. Дайте мне, блин, отмычку. Ну что же это такое? Я держу руки на... Вот ничего, да, дружок, ничего, что я тут... Взять дробовик. Это какой-то крутой дробовик. Это не просто дробовик. Так, тут ничего не возьму. Может, устроить вам террор здесь и взять вот этот дробовик? Блин. Я даже прямо не знаю. Меня явно все захотят убить. Что ты здесь ломаешь? Блин. Как же хочется его взять. Эх.
Так, ну я возьму его вместо этого дробовика, наверное, да? Взять? Элизабет бы не одобрила. Эх, ладно, я добрый, я не хочу, но ну, нормальный мужик стоит, охраняет дробашек. Ну, блин, ладно, что делать? Не буду же я убивать его. Мы же не играем в какой-нибудь Fallout New Vegas, хотя... Хотя, чем-то мне эти плакаты напоминают местами Fallout. Как же тяжело уйти отсюда, елки-палки. Нет, давайте возьмем. Давайте, ну, я раз есть у нас возможность такая, ну, давай, давайте возьмем. Да, возьму. Возьму. Ух ты. Ух ты. Ага, на него свои патроны какие-то, да? Ну ладно. Может быть все, может быть больше никто как бы там. Нет, нет, все же. О, давайте посмотрим, кстати, что же это у нас за. Что у нас обходят. Винтовочка такая, ну, так себе. Винтовочка, я бы сказал бы. Но, в принципе, в принципе. Да, да, бабло, где? Спасибо. Ты уже магазин туда покрала тоже, да? Нормальная девочка. Окей. В принципе, оказалось, это не так уж сложно. Теперь у меня есть вот такое вот дробашище. Есть отмычка, ребята. Ребята, отмычка. Мы сейчас идем первый сейф свой вскроем. Если я, конечно, вспомню, где он был. Так, так, мусорник. Не пропустим ни одного мусорника. Нам туда, значит, нам в другую сторону. Вот туда. Отлично. Давайте вернемся быстренько. Да, вроде бы нам сюда. Нет, нет, нет. По-моему, не сюда, а вот туда, вот наверх. Вот сюда. Что мы можем увидеть? Смотреть. О, очень кстати, мы осмотрели даже. Мы что-то пропустили. Теперь главное, чтобы там было открыто. О, подними. Ты же раз поднял, давай подними еще разок. Ты же сможешь, ты ж... Давай. Молодчина. Вообще молодец. Отлично. Так. Нас ждет первый сейф, нас ждет первый сейф. А, вот он. Классный, большой, сочный. Элизабет. Элизабет, давай. It's done. О, да. 200 монет? Вот это вот, ради 200 монет я вот это... Блин. Я ждал чего-то более интересного. Ну ладно. Да, выбираемся отсюда. С одинаковой заточкой так проходит все время. Милая Элизабет. Хорошо, раз мы тут гуляем, то давайте уже и кассу здесь грабанем. Почему бы и нет? Чем вот тут? Ну, чё, по стелсу так, оп, оп. Как в Fallout, типа, так, оп, и нас не видно. Да, давай. Ты тоже где-то нашла. Отлично. А, все нормально, даже никто не заметил. Здорово. Все, теперь бежим туда, куда нам светит стрелочка, наконец-то. Вот еще не знаю все-таки насчет этой винтовки. Небольшой любитель винтовок. Во всяком случае, таких вот я бы лучше на самом деле с пистолетом ходил, с тем мне понравилось.
this runs exclusively on Shock Jockey. Of course it does. Where in the hell are we gonna find that? Look! Come see the future of power at the Hall of Heroes. Huh. Well, that's convenient. Зал героев. Окей. Gentlemen, the false shepherd is loose in the streets of our fair city. Will you suffer the shame of allowing your wives and your daughters to fall prey to his machinations? Спалили меня. Will you act? Act for your womenfolk. Act for your profit. Куда? Act. Чё-то не понял, куда? Вот тут вот товарищ не к добру там стоит, по-любому. А, нет. Нет, давайте. Watch where you're pointing that. Shoot to kill! О, крит. Хорошо так. Ух ты. Тихо, тихо. You forced my hand. Ну, следующий. Он мертвый лежит. Как будто бы лежит и с пушкой на меня нацелил. Отлично. Всех расстреляли. Нет, не всех. О, ну, даже целиться особо не надо на самом-то деле. Дай руку, друг, мне. Нет, винтовка мне твоя не надо, в смысле, автомат. Автомат, он как-то, ну, мне не понравился этот, да. Фу, пулемет, это даже, а не автомат. Не люблю я их как-то. О, ты пушку себе хочешь, игрушечную? Так, где у нас следующие полицейские? Куда нам вообще идти? А, понятно, в другую сторону, хорошо. Где у нас тут зал героев? Все. Hall of Heroes. Дружественный мне автоматик. Нет, не хочу я пока улучшения для этих ловушек. Ага, вот у нас тут двери открылись. Ну окей. 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 А, кнопочка, да? Лифт. Давай, давай, давай. У меня дырка в руке, а он так лупит по кнопкам. По-любому, какая-то подстава. Ты починишь? Ну, давай. I hate these things. Jesus, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. What are you doing? Opening a tear. Oh, shit. What is that? It's a tear. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. Most of the time, their doll is dishwater. A different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes, sometimes I see something amazing, and I pull it through. There. Good God. I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. But there is. There is something. Uh-huh. Oh, no! Close it. I'm trying! Close it! I don't really understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I could help. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Окей, прошу прощения, мы тут немножечко прервались, но мы продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Это у нас что? Это у нас обычный дробовик, да? Обычный дробовик нам не интересен. У нас есть крутой какой-то дробовик, который, кстати, мы можем нажать на О, да, и почитать, наверное, где-то. А, здесь у нас улучшение. Нагреватель.
можно улучшить 4 раза. Давайте я бы улучшил бы, конечно же, нагреватель. Но мне пока что нечем. Открылись двери в туалет. О! Я не то хотел сделать, чуток. Ну ладно. Вот это толстый такой. Ничего себе. Да на тебя. Ух ты. Ой. По-моему, мозги его видел. Так, все у нас полное. Только коробку с ананасами не взяли. Окей. Идемте. Отмычки. Здорово. Отмычки это очень-очень хорошо. Так, куда? Куда нам советуют? Понятно, значит, идем сюда. Это у нас женский туалет. Есть тут кто? Нет тут никого. Есть сумка с баблом. А это тоже нам пригодится. Окей. Тут разбитые статуи. И здесь у нас закрытая дверь. Мы можем даже глянуть. Блин, опять сейф? И опять 5 отмычек нужно собирать и вернуться будет сюда. Гениально. Гениально. Что это? Дикий мустанг. А я мог купить его, да? Или, это было улучшение, наверное, для мустанга. Ну, окей. Что это будет? Press to launch your enemies into the air. Подбросить в воздух. Hold and release to create an eruptive trap. Интересно. Окей. Да, это нам только что рассказали. Хорошо. Блин, ну ладно, Элизабет, идем открывать. Наверное. Да. Попробую. Чувствую, так будет на каждом. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Так. У нас есть. Все, тихо. Я могу? Поломаю тебя так. Если бы наткнется, не стрелять по своим. Да как же не стрелять? Вы что, он сейчас перестанет быть моим? Вот уже мигает сейчас. Отлично. Так, ну и собственно, да, сейф, которому необходимо 5 отмычек. Ну, да, я чувствую, так будет. Я уже говорю, по-моему, нет, но собирался сказать, что, наверное, так будет. На каждом уровне, в начале каждого уровня у нас будет стоять сейф с странными вещами, с неизвестными. Сейчас мы посмотрим, что за так, запись. Послушаем. Every heathen land I've known has less people for my passing. I hated no special enemy. Until now. Comstock. He's made a vaudeville travesty of my battles and cast himself as the White Knight. I called him out over it, and he stripped me of my rank. That man has never seen the savage face of war. Привет, ребята, привет, давайте. Идите ко мне сюда. Нет? Что, не хотите, чтобы даром заюзал эту штуку? Ну, давайте. Кого-то подбросило, по-моему, да нет? Ну, как-то если подбросило, то не особо сильно. Оп, перезарядка, как-то не вовремя. Наверное, ребятки, сейчас я еще нажму на паузу, и я перестрою немного настройки, потому что мне так немного тоже до сих пор неудобно. А, хотя мы, я посмотрел, можем приближать средние клавиши мышки, что, в принципе, ну, не так уже страшно. Колесиком, да, кликом, не так, чтобы удобно, а перезарядка, да. Давайте перезарядимся, сейчас мы кинем еще одну ловушку вот туда вот.
А, куда-то она не долетела немного. Да уж. О, ворона кричит, по-моему, да? Это просто ворона летела. О, или это кто-то... Ух ты. Дружок, я вот что-то не понимаю. Каким... О, кстати, очень-очень даже хорошо сработала ловушка. Я вот не понимаю, каким образом здесь вместе с вот этими ребятами, ну они там полиция, я понимаю, это, да, они за мной охотятся, но вот эти культисты, которые вороньему богу поклоняются, да, да, бабло, давай, спасибо. Культисты, которые поклоняются вороньему богу, что, почему они тут оказались? Так, отлично. Вор, соли, соли, боевые припасы. Так, давайте-ка выиграем лотерею. Немного, конечно, но все же, почему бы и не заюзать эту штукенцию. Нам сюда не надо, это хорошо. Тут, по-моему, всех уже убили. А это... Да, это у нас уже какие-то повстанцы тут пошли. Ну-ка, послушаем запись. Funny thing, we found some old uniforms under the floorboards from the war. Took guesses as to why they were there, but... Who's there? You're Slate, right? Sir? Put the guns down! A cipher. A secret message from the Vox Populi. You're the junior codebreaker. What's it say? Don't know. There should be a codebook somewhere. Элизабет может взламывать шифры тайникам народников. Народники — это вот эти вот повстанцы разукрашенные. Найдите шифровку, книгу, ключ к тайному коду, чтобы добраться до спрятанного сокровища. Замечательно. Замечательно. Шифровку. Где мне искать вашу шифровку теперь, а?